Рабочая встреча главы курорта и депутата первого избирательного округа посвящена разным вопросам. Это и санитарное состояние города, и подготовка пляжей к предстоящему сезону. Но один из них, что называется, на злобу дня. Один из вопросов, который и меня волнует, и уже несколько приходило избирателей. А что там вообще ограждение около Виктории? Спортивной школы. Что там собирается делать? Анапчане против стройки. И это совершенно справедливо, соглашается Сергей Сергеев. И не откладывая, приглашает на встречу своего первого заместителя. Я обязательно там побываю. А вот Светлане Владимировне я даю поручение разобраться законно, незаконно. Даже если есть законные основания, значит, принять меры, мне кажется, совершенно правильно, что строительство там быть не должно, капитальное сооружение. Да вообще, на проспекте Революции хватит строить. Там должен быть парк, детские аттракционы. Посмотрите внимательно. Вот. Ну, это вообще безобразие. Ну, я полностью поддерживаю. Там как раз место отдыха рядом, набережная. Там должно быть тихо, спокойно. Эта стройка не имеет права на жизнь хотя бы потому, что небезопасна для спортивной школы. К тому же она заходит прямо на коммуникации. Глава города не собирается безучастно смотреть на происходящее. Хаотичная и бездумная застройка и так испортила облик города. Примириться с этим нельзя, подчеркивает мэр. Вопрос со строительством рядом со спортивной школой «Виктория» Сергей взял на личный контроль.